Вот танцую я с ней вчера. Руку ей под юбку засунул. Чувствую, что хочет она меня. А как ты догадался? Как бы тебе объяснить? Ты коня с руки кормил когда-нибудь? Лёша, приезжай срочно. Тут здоровенная мышь бегает. Лена, я не могу, я на работе. Кинь в неё барсиком. Не могу, он у меня на голове когтями держится. Разговаривают две женщины. Ко мне вчера сосед заходил. Попросил чего-нибудь поесть. Так я ему стол накрыла, салатик накрошила, картошечки пожарила, колбаски нарезала. Все съел. Отблагодарил хоть? Конечно. Такого большого спасибо я еще ни у кого не видела. Мама, а почему на торжественной линейке все девочки были с огромными красивыми бантами, в детских мини-юбках и белых гольфах? А я снова в этом строгом коричневом костюме, ниже колен, и с дурацким пучком на голове. Наташенька, ну ты же директор школы.